23-й год, 2 июня. Это наш знаменитый ребенок, который шунтировали несколько раз. Нечем это шунтхоганду у меня? 4-5 раз повторно сделали шунтирование головного мозга, но каждый раз был у них ухудшение. Потом мы лечили и посоветовали, что убрать шунт. Бубемармузга тур 5 марта шунт койрган, кейин шунт ишламастан баланы миясида абсцесс пайдо бўлган. Мияда абсцесс пайдо бўлган, қисқа-қисқа тез-тез олаяпти. Шундан кейин биз бу баланы шунтини олиб ташлашни буйрудик. Мана ҳозир шунтини олиб ташлаган қанча бўлди? 2 ой. Как 2 месяца убрали шунт. И вот этот раз у нас через 15 дней, какие у них изменения, давайте узнаем. Вот последние данные Мухаммад Юсупа. Мухаммад Юсуп, вот последние данные, вот, значит, шунтирование. Вот здесь уже шунта нету. 20 числа сделали, шунт нет уже здесь. И вот давайте, какие изменения. После, как убрали шунт, что случилось? Это говорит о том, что шунтирование не всегда, не каждому ребенку, значит, попадает. Иногда шунт может и не понравиться организму. Индивидуальная непереносимость может быть. Значит, здесь тоже есть вот состояние после шунтирования, абсцесс данного ребенка. Хохазхан турлили. Это легкий, это значит, вот этот, наверное, вот этот вот. Вот это состояние, вот числа вот 22.02, 25 это последний шунтирование. Нет, в прошлом году сделали вот, и здесь тоже вот сделали шунтирование. И здесь тоже, это последний шунтирование, последний МРТ. Значит, берді шынақы болген ке, демек, шунтлар йоқмаген, ра боласында шунтты оптешады. Оптешегенден ке, демек, өзгәрішлер қанақы. Бәне боланы қолапында қарайлар, чыралик, қол аяғылары ішлап қолды. Доғыры мы? Ишлап қолды. Аппетит яқшы. Башыда нема өзгәріш болды? Башыларыны кымырлатып қолды. Керішіп қолды. Башыға мәстүрт япсын? Арқалы болады рожданыш пайда болып қалды. Шунт барады, болезді пастиян істіме кіріп, өліп қалайым кен деп, қамамыз қорқады. Чүнкі баласыдан шунтты ташқарыға чықарып қойылгенді, күніге 10 грамдан 3 махал гирин алардык. Доғыры мы? Күніге 3 махал 10 грамда гирин алардык. Мана осы абсцесс көрсетемін мен? Қазір мана, вот абсцесс, вот здесь написано абсцесс мана. От 22-го, то есть уже полтора года назад. И вот абсцесс. Вот здесь видно абсцесс. Видно? Демек, мана миясынча гирин барады. Аллах шифасын эрсин, дай болганы здоровление. Көргенлер шу бала шифа тапсын. 100% сагайып кетсин деп дуа кылыйды. Кто видит этот видеоролик, пожалуйста, сделайте хорошее пожелание. Напишите хороший комментарий, чтобы ваша энергия помогла, чтобы ребенок выздоровелся.